Это все часть того будущего, той молодости, той территории развития, про которую мы сегодня будем говорить. Копировать – это брать старое. Что нужны будут прикладные испытания. Мы точно знаем, что вечную мерзлоту никто, кроме нас, не будет исследовать. Дают достаточно большую динамичную перспективу развития вообще в целом региона. За этими научными исследованиями будет будущее Хабаровского края. Потому что вы сейчас закладываете будущее. Кампус в Хабаровске, он особенный и уникальный, потому что